Электромонтажная компания «Якутэнергострой» отметила свое десятилетие. В честь юбилея предприятия в столице состоялся розыгрыш лотереи. Суперприз – сертификат номиналом в 1 миллион рублей на строительство частного дома. Юбилейный концерт посетила наш корреспондент. Она расскажет о работе этой компании. За время деятельности сотрудники предприятия накопили большой опыт и достойно трудятся в области электрификации. Сегодня компания введена в эксплуатацию объекты в разных уголках республики, от Тикси до центральных районов. Якутэнергострой успешно выполняет весь комплекс работ. Обслуживает сети электроснабжения, занимается получением технических условий, монтажом и проектированием. Планов очень много. Мы планируем также дальше развиваться, также диверсифицировать направление нашей деятельности, потому что в связи с тем, что мы занимались электрификацией только до сей поры, хотим это также развить такие виды деятельности внутри компании, как газификация территории и строительство частных домов. В свой юбилей компания разыграла несколько призов, в том числе бытовую цифровую технику. Нашей коллеге, редактору Саха-Радио, члену соцпресса Светлане Поповой, посчастливилось выиграть сертификат номиналом в 50 тысяч рублей на благоустройство жилого дома. Я выиграла сертификат для благоустройства дома, сумму 50 тысяч рублей. До этого я никогда ничего не выигрывала, и я очень рада. А счастливой обладательницей сертификата номиналом в 1 миллион рублей на строительство частного дома стала член соцсаната Светлана Корнилова. Она до сих пор не верит в свою удачу. Рассказывает, что очень хотела выиграть электролобзик, а теперь ее семья планирует отметить новоселье уже в этом году. Якутэнергострой будет строить дом под ключ. Семье осталось только выбрать проект. Мы, конечно, в шоке, потому что мы очень рады, что это были мы. Мы очень этому рады и надеемся, что наш дом, который будет построен на эти деньги, будет большим, светлым, уютным, гостеприимным и хлебосольным. Выражаем огромную благодарность группе компании «Якутэнергострой» за проведение данного мероприятия и за такой огромный и отличный подарок нашей семье. И мы вам желаем всего самого наилучшего. Развивайтесь, процветайте и достигайте новых высот. Якутэнергострой не собирается останавливаться на достигнутом и в скором будущем планирует оказывать услуги по газификации и строительству частных домов. Юлия Великодная, Сыргылана Федорова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.